Ну а перед тем, как мы начнем, минуточку внимания. Любишь играть в Майнкрафт? Хочешь играть на лицензионных серверах? Но у тебя нет лицухи! Тогда посмотри на это и на это, ну а еще на это и это. И ты сейчас такой: «Чё? Как такое возможно?» А я тебе отвечу. ProGamer – лучший магазин для тебя. Самые топовые игрушки по самым низким ценам. Ссылочка будет в описании. Ах да, не забудь, там сейчас скидочки действуют, поэтому поторопись. Амшалам, шалам, шалам! Всем пиз, меня зовут Пози, и добро пожаловать в Tribe Simulator в Роблоксе. Сегодня мы с тобой продолжаем бегать по этому странному мирочку, и... кажется, я вам обещал в прошлой серии, что я попытаюсь забраться в какое-то непонятное подземелье. И знаете, что я понял? Что, чтобы мне туда пробраться, мне потребуется достать какой-то ключ. Я знать не знаю, где этот ключ искать, поэтому, скорее всего, мне придется за робоксы его покупать. Если, конечно же, здесь можно его купить за робоксы. В общем, не суть. Зачем я поднимаюсь наверх, я тоже без понятия. Где я вообще нахожусь? Для начала нужно осмотреться. Если я не ошибаюсь, мне нужно бежать куда-то вон тудашеньки. Приключения продолжаются! Так, вот сейчас я сделаю прыжок и выживу. Есть, я выжил. Фу, я забрался на какую-то огроменную горочку, хотя я мог пройти через мост, но зачем? Мы с тобой не слабаки, да? Мы с тобой прыгаем через все сразу. Так, тут какие-то у нас алмазы. О, я их могу собрать, кстати, даже, да? Ты прикинь? Я даже уровень себе повысил и какой-то странный сундучок себе достал. Что это за сундук? Хочу его достать. Что за сундук? Ну-ка, покажите мне. Что за сундук? Ну-ка, да как его открыть-то? Биты его, что ли, открыть? А, нет, я забыл. Нужно же просто на него нажать. Окей, ладно, давай мы с тобой майнинг повысим сразу же до 8 уровня. Осталось тут буквально чуть-чуть. Мы неплохо так с тобой апаемся. Нашли с тобой какие-то кристаллы, на которых быстро качаем себе уровни. Кстати, уровни у нас справа. Так, и давай вот эту последнюю руду доломаем. Отсюда достанем последний сундучок. И 10 уровень! Да, есть, я сделал это. Теперь открываем с тобой сундуки. Открываем сундуки. Много-много голды. Я получил ключик. Ну, наконец-таки. Вы не помните, где же была эта пещера? Она то ли там была, я не помню. Может быть, еще что-то параллельно найдем интересное. В общем, в этом мире, в принципе, больше нечего делать, кроме как убивать монстров и пытаться забраться в какие-то странные места. И надеюсь, я выживу. Я в лаву упал! Как же это было тупо! Как это было тупо. Хорошо, заспавню здесь. Если я не ошибаюсь, пещера где-то была тут. Видимо, я ее никогда не найду. Поэтому я буду мочить этих пауков. Ну давай на меня, давай, давай, паукан ты сраный. Че, ты думаешь, я тебе задницу не надеру? А вот я тебе и надрал задницу. О, я нашел что-то странное, и мне это нравится. Чуть такое. Что это за место? Мне кажется, или меня здесь не было? Эти ворота как-то можно открыть? Вы серьезно? Там есть что-то за ними? 10 из 45. А, мне нужно 45 уровней майнинга накопить себе. Так, покажи, что я должен копать. Я, видимо, туда не смогу попасть, потому что нужно 45 уровней майнинга. Это же вообще жесть. Это очень и очень долго. Не, я сейчас, конечно, попытаю удачу, да? Пару раз ударю по этому блоку. Нет, это бессмысленно. Это слишком долго. Так, в лаву я больше прыгать не буду. А как туда пробраться-то? Может быть, здесь есть какая-то лавовая броня? Или, может быть, что еще лучше? А может, еще что хуже? Без понятия. Так, яки. Блин, может быть, я могу этого бычка приручить? Нет, вряд ли. Так, давай-ка мы с тобой создадим себе клан. Клан, так и назову, субмит. Все, я создал себе свой собственный клан, и я могу приглашать туда людей. Давай, отошлем всем приглашение. Я хочу, чтобы все были в моем клане, чтобы было как можно больше людей. Я уже 3 инвайта отправил, 4 инвайта, 5 инвайтов. Давай посмотрим на участников. Нет никого в моем клане. Ёлки-палки. Что мне теперь делать? Никто не хочет вступать в мой клан. О, кто-то присоединился, прикинь. Кто-то принял мою заявку. Теперь нас двое в клане. Ей! Это чье-то логово! Ёлки-палки! Отвали, отвали, отвали от меня! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Чувак, ты чё? Ты меня сейчас пытался убить? Это игрок, да? Хопа! Начинаем драться. Я пару раз по нему уже попал, это точно. Давай-давай-давай-давай-давай. Он под зельем бегает. Так-так-так-так-так-так-так. Ладно, все, отмена, отмена. Нужно взять дротик и поместить его вот сюдашеньки. И на всякий случай зелье взять. Возьму это зелье. Сейчас я подорву этого чувака. Хоп, лови. Давай, 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 взрывайся! Давай, я хочу с кем-то подраться!
Наконец-то ПВПшечка моя родненькая. Хоть с кем-то батлюсь. Ты от меня не уйдешь. Ты же понимаешь это? Ты от меня не уйдешь. От меня еще никто не уходил. Ладно, шучу. Вот тот чувак, конечно, защищает свое логово по максимуму. Я его почти убил. Сейчас он подорвется на своих же бомбах. Красава, устроил бомбардировку, почти слил третьего чувака. Если бы ты его подорвал, я бы тебя просто назвал красавчиком после этого. Давай, 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 давай. Я его убил? Нет? Он в дерево запрятался? Или я его убил? А! Он с лука теперь по мне стреляет! Где мои ядовитые дротики? Не попал по нему. Ай! Ай, он меня сейчас убьет. Пойду разрушу его дом. Давай, давай, стреляй там со своего лука. Поганец. Сейчас я у тебя здесь все разнесу. Я тебе разнесу твои грибы! Я разломаю твой костер! Я сломаю твою плантацию деревьев! Ты что, думаешь, мне слабо? Ай! Господи, он же меня реально сейчас убьет. Фу, ну надеюсь. Ай-яй-яй-яй-яй! Нет, у меня жизни не осталось. Он все-таки меня убил. Пипец. Ну, я только что побыл грифером одну минутку. Так, где заспавнится? Где заспавнится? Ладно, давай в песочном мире заспавнимся. Кто в моем клане? Вив Мемберс. Никого. Какой-то отстой. Что за отстой? Почему никто не хочет ко мне в клан вступать? Ладно, может быть, я могу себе что-то закрафтить? Может, себе домик закрафтить? У меня-то ресурсы остались 100%. Где я буду жить? Я буду жить прямо тут. Это будет самое лучшее логово на планете. Буду жить прямо тут. Мне пофиг. Ставлю кровать тут. Разжигаю костер тоже прямо тут. На всякий случай маскируем немного нашу базу. Ресурсы у меня еще вроде как остались. Один факел установлю вот сюдашеньке. Вот так вот выглядит моя база. Как вам? А что это пополняется? А, это мы дерево вырабатываем. Своя собственная ферма деревьев? Крутяк. Тут нужно 500 камней и 500 древесины. Для того, чтобы построить эту штуку. Ладно, окей, что я могу еще сделать? Это что такое? Это тоже дерево. Табличка. Тут поставлю свою табличку. Монстр. Здесь живет монстр. А, ладно, звездочки тоже пойдут. Ого! Я могу свое жилище здесь построить? Вот так тогда накрою это все дело. Все шикардосно, мне нравится. Как же ловко я сделал себе такую базу классную. Еще нужно заборчиком это все огородить. Все, готово. Мой лагерь разбит, я потратил почти все свои ресурсы на какую-то странную фигню. Но зато в тесноте да не в обиде, как говорится. Я себе дерево пополняю, прямо не выходя из дома. Мне нравится это. Это же нереально круто. Мне фактически ничего делать не нужно. И еще здесь соберу 42 древесины. Так, я думаю, настало время крафтить себе новое оружие. Новую броню какую-то. За 1000 голды я могу себе купить... Fire Club. Ай! Кто это по мне стреляет? Там чувак по мне с дротика стреляет. Надеюсь, он меня не убьет меня дома. Ух, отстань. Я думаю, мне стоит купить себе лук. Или же меч. Или же броню новую. Что лучше, броня или меч, или то и другое сразу? Ладно. Я себе купил огненный посох. Вау! У меня горящая палка в руках. С такой штукой меня точно все будут бояться. Нужно взять себе нормальную броню. У меня еще есть посох, который хилит. Крутяк. С этой штукой я еще могу хилиться. Так, и броню, броню, броню. Нужно взять броню. Куплю-ка я вот эту броню. Все, выгляжу я очень стрёмно. И у меня еще 2000 осталось, я даже могу себе лук еще взять. Крутяк. Давай-ка мы с тобой откроем инвентарь. Где мой лук? Мой лук здесь. Где мой посох? Он стреляется из ничего, ты прикинь? Для него стрелы даже не нужны. Да ладно? Это еще круче, чем я думал. Давай-ка я на кого-нибудь нападу. Вон на этого паукана. На! 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 Убил одного. Давай вот этого. Хо, получай, бандит наглый. И вот теперь с такой экипировкой я пойду рашить того чувака. Кто там по мне стреляет? Блин, класс, это магический лук. Реально круто. У меня монетки, правда, все закончились. Я мог бы взять себе еще какой-нибудь топор, но он мне, в принципе, не нужен. Да, теперь я лесной житель. Опа, ты кто? Ага, батл, давай. Давай, давай, я знаю, ты хочешь батл со мной. Ха-ха-ха-ха, ты от меня не уйдешь. Дружище, у меня же лук, ты понимаешь это? Эй, он вышел из игры. Вот козел, а? Они выходят из игры, когда их пытаются убить. Их нужно быстро и неожиданно мочить, я вас понял. Быстро и неожиданно. Правда, я пока что никого не вижу. Где здесь все бегают? О, там кто-то атакует монстриков. Ага, вон там кто-то еще вдалеке прыгал. Ага. Ага! Это ты! Я тебя нашел опять! Да, дружище, я тебя нашел. Давай, 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 огненным тапком этим бьем его. И я его вырубил! Получил! Не ожидал такого, да? А теперь еще этого бандита вырублю.
Вау, слушай, эта дубинка реально крутая. Я отомстил этому чуваку, кажется, это тот самый чел, с которым мы батлились в прошлый раз. А вон его и пещера. Сейчас мы его пещеру еще раз грабим. Добрый день. Так, я вижу, это ваш дом, да? Это ваш дом. Давай, давай, от меня ты далеко не уйдешь. Раз, одного разнес. Так, 60 уровень, чел. Ой-ой-ой-ой-ой, он может уйти. А-а-а, да, разнес 60-го. Так, ага, 79 уровень на меня напал. Ты представляешь, на меня 79 уровень напал. Так, хилимся. Так, я подхилялся. О, так, жду. Я спрятался, он меня потерял. Использую посох и выпрыгиваю на этого ботаника. Не ожидал такого, да? Так, я вырублю этого засранца. Я же его почти догнал. А! Нет, нет, он меня убьет. Так, хилимся. Посох, давай, хилься. Да как его вырубить? Есть, я его убил. Да, мне нужен посох. Пожалуйста, хилься, пози. У меня не получается, у меня посох не работает. А-а-а-а-а-а. Чем мне делать? Ладно, я возьму лук. Так, надеваю лук. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давай. Ну, Басик. Ты же понимаешь, у меня есть лук, сейчас я тебя еще и с лука вырублю. Я вас всех перебил, и ты не последний, поверь мне. Меня все пытаются убить здесь. Это суровое выживание, это суровый мир, дружище. Ха-ха-ха, вообще в сухую убил его. Так, вот тут какой-то 50 уровня, чувак. Ну давай. Оу! Он на баране куда-то улетел. Это что это? Вообще, что такое? Это вообще как, объясните мне. Слушай, мы неплохо так подрались, нашли себе приключения на задницу, да? Как бы я не планировал их искать, но я буду всех убивать, потому что это весело. Ага, вот, смотри-ка. Бивайр, гигантский спайдер. Кажется, я нашел эту пещеру. Так, ну, ключ-то у меня есть. Как открыть этим ключом что-то? Циферка 5. Да! Я попал в пещеру к огромному пауку! Пуляется по мне. И маленьких паучков спавнит. Так. Давай, гигантский паук. Ух ты, ёлы-палы. Он же реально сильный. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И вот эти вот маленькие паучки меня его бесят прямо. Давай. Сейчас, может быть, маленьких паучков вначале вынести. Он их спавнит каждую секунду. На самом-то деле. Смогу ли я победить босса? Нет, он меня сейчас убьет. Все, мне кранты. Нет, я похилиться могу. Я захилялся. Так, теперь берем лук, надеваем его. И давай, прям на босса. Получай, наглый паук. Ха-ха-ха-ха, он перевернулся. Он еще и хилится. Ах ты, зараза-то такая, а. Он хиляется на этой штуке. Это бесполезно, мне кажется. Так, это что у нас за платформа такая? Давай-ка посмотрим, что это за платформа. Для чего она нужна? Конвертировать 60 мяса в звездочки. Вау! Я могу всю свою еду обменять на эти звездочки. Прикол, я получил сундучки халявные. Хотя нет, знаешь, я могу спокойно уделать этого кабана просто вот так по щелчку пальца. Только для начала мне нужно сделать одно небольшое дельце. Это коины, это 55 тысяч коинов. А, нет, не хватает денег. Ладно, за 200 робоксов. Покупаем с того 25 тысяч. И сейчас мы его уработаем. Так, крафт. Нужно взять хороший меч. Я его, кажется, купил. А, нет, слишком дорого. Окей, я взял какой-то магический меч. И вот за этим мечом сейчас я этого паука... О, неплохо. Мы его так сносим. Так, у меня есть 5000. На 5000 я должен еще закрафтить себе другую броню. Не знаю, получится, не получится. На! Получай, наглый паук. Офигеть, он меня убил. Да, не получилось. Ладно, ну что ж, на этом мой ролик подходит к концу. Подписывайся на мой канал, ставь свой лайк и оставайся таким же крутым и веселым. Adios. Playtime.